Рассады и саженцы земляники садовой Эверли. Эверли предназначены для высадки в любительских садах. Этот ремонтантный сорт начинает плодоносить в июне и продолжает образовывать ягоды до октября. Если вы посадите несколько кустиков в обычный цветочный горшок, то сможете наслаждаться удивительно вкусной крупной ягодой и зимой. Усов растения образует мало что избавляет садоводов от работы по их удалению. Земляника Эверли образует удлиненно-конические ягоды малинового цвета массой 25 грамм. Общая урожайность с куста составляет от 1 до 1,5 кг. Сорт не перенесет сильных морозов зимой, поэтому нуждается в утеплении. Земляника садовая Эверли – это многолетнее растение. Трава лучше всего подходит для одиночных посадок. Земляника прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола земляника садовая Эверли можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания земляники прекрасно подходит телепца А и открытый грунт. Расцветает земляника садовая Эверли в месяц июль, май, июнь, август. Интересные цветы земляника могут быть до 1 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 10-20 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Земляника садовая Эверли имеет ремонтантный срок созревания. Плоды земляники созревают в месяцы сентябрь, июль, август, июнь, октябрь. Форма у плода конусовидная. Цвет плода красный. Вкус сладкий, мякоть сочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что земляника садовая Эверли – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.